Привет, с вами Солнце. И сегодня, в преддверии чемпионата мира, мы приехали на Football Magic Night. Признаюсь, я максимально далека от футбола, но надеюсь, после сегодняшнего мероприятия я наконец пойму, что же делает этот вид спорта таким популярным. Однако я решила не просто разобраться, почему такое внимание уделяют футболу, но и основательно подготовиться к чемпионату. Только как это сделать, было непонятно. Бегать по полю и пинать мяч для меня нет смысла. Пришлось обращаться за советом. Ну, наверное, эта площадка одна из сигнализаторов нашей подготовки. Поэтому мы желаем нашей сборной победы. И верим в нее, естественно. На концерте были маги, экстрасенсы, живые вороны и даже волки. Однако все обсуждали футбол и нашу сборную. Так что же общего между спортсменами и потусторонними силами? Футболисты, они такие же маги, как мы. Только они магию делают ногами. А если есть голова, так вообще прекрасно. Так что они такие же маги, только в своем деле. Что способствует успеху нашей сборной на чемпионате мира, я узнала. Но и про себя не забыла. Что же спросить у экстрасенсов? Конечно, о любовных делах. Поэтому я решила выяснить, стоит ли выходить замуж за футболистов. А почему нет? Футболист тоже мужчина. Тем более мужчина, который целеустремленный. А футболисты вроде без пербабаха. Я тоже играю в футбол. Вот, то есть, значит, надо? Нет, знаете, вообще выйти замуж надо по любви. Надо выходить, знаете почему? Мужиков нормальных мало осталось. А футболисты, они, собственно, не особо пьют, курят, более-менее нормальные натуралы. Давайте добавим в чемпионат мира немножечко магии. Например, искренне поверим в победу нашей сборной. Отправим сигнал в космос, а чуть позже сядем перед телевизором для того, чтобы посмотреть, как наши мысли становятся материальными. Ну а я искренне улыбаюсь вам через ваши мониторы. И надеюсь, вы будете улыбаться как можно чаще. С вами была Солнце, еще увидимся. Пока!